Лайк! Подписка! Бубенцы! Пиши под этим видео столько комментариев, сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Всем огромнейший привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Евгений, ну или Матрикс, если кому-то так удобнее. Мы продолжаем проходить Life Gallery. Четвертая, я так понимаю, что заключительная серия по данной игре у нас буквально начнется сейчас. Пока она началась, не забудьте надеть наушнички, сделать чаечек, поставить лайкосик. Напишите свой комментарий, обязательно заходите в наш Телеграм и в группу ВКонтакте, ссылочки в описании под видео. Там же ссылочка на мою инсту. Начинаем, ребятушки. А ценность Инстаграма на самом деле сейчас под огромным вопросом, потому что я не так много людей знаю, которые регулярно пользуются различными VPN-ами, поэтому если не интересно заморачиваться, то не заморачивайтесь. Но вот Телеграм очень рекомендую. Очень рекомендую. Так, что это такое? Ой, бля. Ой-ой-ой. Нам просто надо на него нажать, что ли? Давим. Доим паукана. Офигеть, не встать. У нас в Телеграме просто, понимаете, постоянно проходят анонсы различных стримов. Какие-то, если новые видео выходят, тоже анонс туда выбрасываю. Вот, ну и самый лучший способ-то не потеряться, это, конечно, Телеграм. Поэтому, ребят, ну, забегите по ссылочке, ну чё вы. Никакого спама, я вам обещаю. Всякой фигней не занимаемся. Так, что нам нужно сделать? А что делать-то? А, противоположный надо нажимать. Так вы бы так и сказали сразу, я бы сразу понял, ну что вы. Запутали меня, получается. Все, получается, распутали. Так, а как они ловятся, я не сильно понимаю. Или они ловятся только на... Нет, на красненький тоже не ловятся. Или ее просто надо располагать там, где их больше всего летает. Так вот вообще никто не ловится. Если сильно мотылять. Ее, похоже, надо располагать по... пути следования мотыльков. Но тоже не сильно получается на самом деле. Ничего не понимаю. Ну как-то они ловятся, и в общем-то ладно. Ерунда какая-то. Я уже пробую на пустые места их он ловить, и на красные точки, но нет. И нажимать на нее во время того, как пролетают мотыльки, тоже не помогает. Правда, не совсем понимаю, как это работает. Так они вообще никак не ловятся. А-а-а! Надо следовать за мотыльками этой хреновины, я понял. И тогда они рано или поздно прилипают. Ну, получается, собрал. За ними следовать нужно. Сеткой. И тогда они прилипают на сеть. Как мотылек на свет. Старое ушло, новое пришло. Поговорочка получается. Не работает, не работает. Ага.
куклы. Куклы на разделочной доске. Так, убираем вату, тампонаж. И обнаруживаем внутри куклы настоящие внутренние органы. У, бабочки в моем животе. Это любовь тебе. Пум-пум-пум-пум. Ладно. Набиваем бабочками. Он, смотрите, убрал у него один глаз. Брата он не стал оживлять, прикинь. То есть он... Рыболюди убили его семью вместе с братом, я так понимаю. Родителей он оживил, а брат не стал. Изъятие и заполнение. Потому что нафиг он ему нужен, да? Дом, милый дом. Секунду. Чаечек, огонь. Подожди. Ну. А в чем суть? Сути нет, я понял. Так, давайте зеленку сделаем. Желтенку сделаем. Но все то же самое. А в чем суть-то, я не понял? А суть у нас в песок. Пирогов поналепил. Ну, надо есть, наверное, да? Чё? Чё делать-то? На, ешь. А! А чё за прикол? Не надо так делать. Да. А это вот папин маме. Так вот, значит, какое оно счастье. Привычка мамули. А, ну она наблюдала за цветами. А теперь, судя по всему, наблюдает за моллюсками. Ничего не изменилось, получается. Ее больше не интересуют цветы, которые она когда-то так любила. Теперь она любит ктулхуистских маленьких моллюсков. Понятно. Пристрастие отца. Ну, раньше он каких-то червей курил, честно говоря. Поэтому я даже не знаю, что лучше. Тоже какие-то моллюски. Так, что у нас? Щупальца? Четыре щупальца. Дэн-дэн-дэн. Чё, нет? А, надо смешать обязательно. Так, что ли? Алло. Алло. Не сработало сразу. Ага, понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Надо, значит, пятюню. Шестюня. Шестюня. А двуни нету, да? Двуни нету. Тогда четырюня, трюня и однюня. Однюня, говорю. А, можно только два скинуть. Так, не понял тогда. Но получилось. Блин, я, честно говоря, также обычно вечерком сижу с кальяном, заморачиваюсь. Там табачки всякие замешиваю. Чик-чик-чик-чик-чик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нам нужно, получается, шестюню и однюню забуторить. Сейчас батя паханет, будет веселый, аппетит будет, ураган. Уйхавать, смеяться, рассказывать истории. Он больше не курит свой любимый табак.
а культ каких-то многоножек. Семейный портрет. Портрет так портрет, окай. Уэш! Так. Огонь. А что нам это дает? Подожди, не понял. Не понял сейчас я. А, ну вот, все нормально же. Ну вот, даже цвет получился нормальный. Пыньк! Завтра, послезавтра и все дни после этого я всегда буду вас любить. Ну, получается, что он остался один. Второго пацана-то нету. Ложь. Так, а в чем у нас суть лжи? В чем корень? Это типа просто силуэты? Я не понял сейчас. Как? Это не может быть неправдой. Это же типа самовнушение какое-то, что ли, или что? И они призраки? Гипноз. В смысле? Гипноз, гипноз, опустишь руку, ты понос. Такой гипноз? Такой гипноз я знаю. Так, ну набрали. Васильков нащупали. Подожди, а что делать-то надо? А, надо над свечой подсушивать. Ну давайте подсушим, чтобы они не перегорели. Вообще правильно такие вещи делать, конечно же, не над свечой, а при комнатной температуре. Получилось. Угар. Разотрем как следует. Так, вот так прям. Хорошенечко. Есть. Вот это зелье. Можно торт посыпать. Цвет-то какой восхитительный. Не стоило мне надеяться на все эти годы. Не стоило мне надеяться все эти годы? Почему? Сувениры. А что не так? А, так, надо собрать, подожди. Мамкина... Прядь волос, маска. Что такое шарик, я не понимаю. Вот батин точно галстук, точно темные волосы и трубка. А это что, кляп в рот, который БДСМ такой? Тогда мамкин, наверное.
Когда-то это была ваша жизнь. Теперь это будет напоминать мне о вас. Танец. При свечах, что ли? Нормально, чё. Сейчас спляшем при свечах. О, подожди, он их повесил. Он их реально повесил. Да, я вообще ничего не понимаю. И это все? Никаких, мать твою, за ноги объяснений? Блин, сплошная наркомания. Джонни Чин, как так-то? Я так понимаю, что после произошедшего инцидента он их действительно оживил, там, проработал всю эту схему оживления, ритуал подготовил. Но оказалось, что они просто-напросто как зомби, то есть без эмоций, без ничего, прям такие раз и все. И он такой решил, что, ну, походу проще их повесить или что-то в этом роде, как бы избавиться от них. Не знаю, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы видите вообще сюжет данной игры, потому что мне что-то сложновато, честно говоря. Головоломки были простые, а вот сюжет собрать я нифига в кучу не могу. Вот, такие дела. Да, ребятушки, кстати, тут появилось предложение по поводу того, чтобы пройти все игры Rusty Like. Rusty Like мы проходили на старом канале, но далеко не все, там их было, ну, чуть больше половины пройдено, всех Rusty Like'ов. О, принтер открыт, странно, принтер надо закрыть. Вот, поэтому вопрос поднимается о том, стоит ли проходить Rusty Like, не стоит ли проходить Rusty Like. Хотите ли вы, допустим, всю серию игр, чтобы я прошел всю серию игр Rusty Like, в каком формате это сделать, лучше стримами, либо посерийно, чтобы это было поатмосфернее. В общем, об этом напишите тоже в комментариях. Сразу вам хочу сказать, что голосование по этому поводу будет проводиться у нас в Telegram. Поэтому переходите в Telegram обязательно. Ссылочка есть в описании под данным видео. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Я с вами прощаюсь. С вами был Евгений или Матрикс. Всем пока-пока. Еще увидимся.